Обновленный усилитель Ария АП-D2000. Обновления произошли с регулятором баса. Появился вольтметр, лампочка клип-лимита и возможность еще выключать усилитель с помощью регулятора баса. Оп. Выключили. Оп. Включили. Вот, собственно, так вот. Сейчас посмотрим, как корректно работает вольтметр. Ну, собственно, вся линейка моноблоков серии АП, это и 1500, и 2000, они имеют обновленный регулятор баса. Также эти усилители мостятся с предыдущей серии, у которых обычный регулятор баса.